Сейчас в Яшу упадет. Фиксируйте, ребята. Шва качественного контентика. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Я надеюсь, ты пройдешь Майнкрафт в этом году. Я надеюсь. Посмотри, ты же обещал Диабла. А ты же скачи, а ну посмотри. Так, здравствуй, родной. А, привет, привет. А, конечно, пройду, брат. Конечно, мне замок найти надо. Мне нужны алмазы сейчас. Фул амуниция, идти искать замок. Все. А там уже стержни графитовые, драконы и прочее, понимаешь? Да. Так, все, хуй ушел. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты моё ясное, я не отдам тебя никому. Ты подойди поближе, поговори со мной. Что ты? Да, привет. Так, привет, привет. Что ты? Что случилось? А, Коля ебаный. Алло. Алло. Был, да, сука? Не понял. Че, на приколе? Не понял. Он в Дискорде или нет? Он у меня как будто да и как будто нет. Ну, вроде никого нету. Не было? А че, Коля, что-то? Нету никого. Так, а тут у меня... Ага, все. Да что это такое? Что это такое? Блять, свинья, что ли, из зада вошла? В натуре свинья из зада у меня купается в бассейне. Так, ладненько. Да, смотря. Что у меня есть? Алмазы потерял. Сука, как кумарит вот это. Может, все-таки поставить, чтобы шмотки не падали? Что еще? Это жрачка надо там. Ничего нету. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Табличка 3, там 1,5, утренняя 2500. Все. Погнали. У меня сейчас опять тут скукота будет, я буду алмазы искать. Потому что у меня все загорело. Да, Коля ведет себя, конечно, плохо. Да и чё? Да ничего, просто констатирую факты. Ну и все. Слышишь, что? Я придумал. Я сейчас пойду сюда, в дырку.
Над этим дырку там была, вот там. Там сразу я увижу все, что надо. А потом найду свой дом, потому что у меня ракета стоит вон. Найти вообще не вопрос. Деда, пока ты отходил на стриме и пел песню какой-то скуф. Не знаю, кто это был, но по судя по голосу, он лысый. А, ну я понял, он как-то, я понял, у меня просто это, дискорд включен, он как-то влазит туда. Ну у меня в друзьях в дискорде он. Я его добавил так чисто, он плакал постоянно, ну добавил, я, ну ладно. Я его как вижу, так вот он приезжал ко мне, идет уже в аэропорт, понял, самолет сел уже там, еще только с трапа спускается, а я еще на улице стою, понял, на, это самое, там, ну на стоянке. У меня бинокль такой, секира. Раз, смотрю, а он уже ручку тянет, понял? Хотя он еще далеко, там расстояние километр где-то. А он уже ручку так вот выдвинул вперед и тянет, типа, поприветствует меня. Я такой, так вот просто иду, такой, просто, ну типа, ему тяну, типа, тоже вообще. Раз, поднял руку и такой, а, по спинке вот. Ну так вот похлопал, говорит, здравствуй, здравствуй. А нет, это просто, не знаю, меня раньше не лагало. А, что-то там. Может, какое-то приложение запускается и, типа, подвисает чуть-чуть. Да. Деда, доброе утро. Ну, здравствуй, анальный драйвер. Я вчера начал смотреть твой поточек, поспать успел, проснуться, а ты еще стремишь. Спасибо, деда. Люблю тебя, мой сладкий. Спасибо, да, я еще пока не ложился. Спасибо, брат. Я в тум. Сейчас в Яшу упадет, фиксируйте, ребята. Да, Коля, мне кажется, ты видеосос. Лысая мартышка. Тихо! Соси хуй, Коля. Короче, история. Давай. Можно? Давай. Короче, иди нахуй. Надо подумать, наверное, да? Ну, я сейчас уже не найду дырку. Да, давайте по новой, потому что так меня не впечатляет все это. В смысле, а как начать новое? А, нет, не хочу. Веду, сделаю ведро с водой. Если горит, что прыгай в воду. Так Яша-то не дремлет. Я могу прыгнуть в воду, но Яша-то смотрит за мной. Он пойдет туда, куда, бля, я. Бля, я ебанько настроил. Здравствуй. Короче, история. Давай. Можно? Давай. Прикинь, короче, ну, депутаты... Называется, да, видео? Ну, такое я видел. Чё ты видел? Короче, сын депутата, ну, начал трахать с питбуля. Добермана. Ты чё, долбал? Так... Да иди ты, сука, ещё и кирку проебал, чел. Ничего, что она меня там... Слышишь, так я, по идее, могу, в принципе... Прыгну сейчас в воду туда, да? Блять! Ой, уже нахуй выбора нет, мама, блять. Пи***а. Ты ебаный рот! Сука! Да, сука, просто игра отстивается. Коля! Чего? Деду, а у тебя жена Алина, так то ничего. Симпатичная, я бы вставил ей в дырочку свой кожаный мундштук. Ошибся, чел. Там я уже, там занято. Пена, заткнись. Я, кстати, видел канал Алины на Твиче. Я бы потрогал ее сосцы. Интересно, а у нее сосцы какие? С 5-рублевую монету или маленькие? Да я боюсь, ты слишком, ну, ты слишком плох для таких, как она.
Ты слишком плох, и у тебя ноль шансов, чтобы у тебя было что-то подобное. Такие принцессы достаются лишь лучшим. Ага. Иди отсюда. Так, давайте тогда Нижневартовск, туда пойдем. Понял. Олька, как у тебя дела? Все. Пошло прогрызание. Я не упаду. Не, по сути, как бы так же можно в воду прыгнуть, а и вообще проблем не будет, чел. Валер, да. Подскажи, дай напутствие. Есть. Что нужно отвечать тем, кто зовет тебя играть в доту, а ты ни разу не играл в нее, кроме танков. Как осадить негодяев? Очень неожиданный был вопрос. Есть ли хотя бы теоретический шанс на выгул Григория на потоках или мисс? Это были залетейшего качественного контентита. Не пойму, где дырка? Там чё? Поселение? Нет. А, вот там где-то. Девочки, здравствуйте, вот он я, привет, зайка, где день прошел? Иди в тебе. Сейчас ногу сломает, дебил, смотри. Видите? Блять. Спасибо, братишка. Блять, не получится, походу, антинога. Надо как-то вон водопад. Я слышал, что Илон Маск испытывает на макаках мозговой имплант. Но что он стримит результат его работы на канале Гладволокаш, я не знал. А, я понял, опять я понял. Пошел вон. Слушай, а тут тоже дырочка есть. Ну, чем я буду колотить-то? Я же кирку алмазу проебал. О, привет. Да, действительно, что-то я как-то тупанул, да, действительно, да. И мне сейчас надо дерево фармить. Кто-то на завод едет, а кто-то долбёб сидит и в Майнкрафте дерево рубает. Кубики. Иди отсюда. Отчет по донатам приготовлю. Потом пойду. Все-таки ламода не бесплатная. Заткнись! Чего? Да. Ну, ладно. Хорошо. Идем. Я Тянка. Называй меня, знаешь как? Знаешь как? Я, знаешь кто? Сенпай. Я сенпай. Да. Я сенпай. Как называют человека, который придумает какую-то хуйню, одну тупо, одну или где-то услышит, потом типа повторяет ее и думает, что это смешно? Как называют его? Да. Коля. А, ну да. Поздравляю, братишка. С днем рождения тебя, мой хороший. Вот. Это так, ну это так, пока что начальный праздник. Ну то есть не до конца демо.
Демо-поздравление. Воздушное. Ветродуйчик. Да? Тут какие-то сундуки секретные. О! Есть контакт. Ой. Ух, ебать. Ой. У меня еды нету. Так, Эмбер Спирит, подожди. Блять, убили пацана. Смотри, он умер. Нет, серьезно? Ага. Ладно, короче, завтра. Пойду я спать, меня уже, блин, кумарит все вот это, да. Надо пойти по отдыхашка, пасеки. По 60 часов я уже не какуха, я уже засыпашку ловлю. Да. Я уже засыпательные действия осуществляю. Поэтому надо сейчас распашку сделать, да. Распашки чуть-чутку. Я хочу пиццу.